Ну, а перед просмотром данного ролика хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мою группу ВК. Ведь там выходит всякая там информация о дальнейшем развитии моего канала. А также разные мемчики есть. Короче, быстро переходите по этой долбанной ссылке и подписывайтесь на эту гребаную группу. Приятного просмотра. О, бля. Ну. Сука, яйца в кулак, нахуй. Что не сделаешь ради контента, бля? Здрасте. Здравствуйте. Ага. Ой, бля, не, интересно, все на английском. Я очень боюсь. Я боюсь выходить за эту дверь. Вам ничто эта лампа не напоминает? Очень похоже на меня. Когда я буду продолжать играть эту игру? Твою мать. Ладно. Я слышу, как он шагает. Да не дыши ты, хули ты так громко дышишь, блин. Тихо, сохраняй свой пульс, если жить охота. Раз будешь прожать дышать, пульс никого нахрен тебе не будет. Вроде ушел. По ней можно что-то увидеть или не так просто для красоты? 11:45. Я опять боюсь уходить за... Ты хули так кричишь? Я же чуть не обосрался, нах. Я че тут всю комнату обосру, будешь очень сильно не рад. Блять, он сюда идет. Спокойно! Блять! Сука, он здесь! Блин, нахуй отсюда, бля! Пиздуй лесом! Сука, он дверь выломал, бля! Не пошел нахуй. Да иди ты нахуй отсюда, хули ты здесь ходишь, бля. Он открыл. Он шкафчик открыл. Слышь ты, бля. Выходи на ковер поговори. Нет, не говори. Нет, не зачем. Блять, открой дверь, пиздуй нахуй отсюда, блять, за мной что-то гонится, это я чувствую нахуй, блять. Открой! Беги! Что за страшная музыка была? Прости, кого хуя побежал. Просто когда такая музыка играет, за мной все так отгонит. Че он сказал? Закрой дверь. От греха, блядь. Так, зажигалка.
так орёшь, блин? Опять он здесь. Ты как меня чувствуешь, тварь? Я ж как мышка нахрен, пробегаю мимо тебя. Хуй ты меня заметишь, блин. Господи, спаси, сохрани. Господи, спаси, сохрани, он здесь. Господи, спаси, сохрани. Гляньте, как ножку вверх. Хоба! Ножка, хоба. Ножка, хоба. Рука, нога. Рука, нога. Как элегант, как балерина, но. Вон, видите камеру? Привет, камера! Эй, приветики, меня зовут Джессика. Твою мать! Да пошла ты нахер, блин! Нет, нет, нет. Вали нахер отсюда! Громила, блин. Он что, обратно устроил защищать? Ты чё, охренел? Чё ты такой нерешительный? Нету и нету, чё ходить на одном месте? Иди ищи в другом месте, может я там есть. Ну твою мать. Сколько можно? Сколько твою мать можно? Химая мангус, бля. Сука, как флэш, блин. Сбежал, химая в шоке от себя, это. В жизни так не бегал. Что мне надо для этой лодки? Fix broken panel. А как ее выключать, до сих пор не понял. Что вот это? Это... А блин, нахрена я потратил эту хрень, блин, твою мать, где мне теперь эту хуйню искать? До свидания, а теперь я иду на самый верх, не надо искать эту хрень. А где мне её найти, я вообще хрен знаю. Блять, ты хули так дышишь, я испугался. Ну возьми пожрать, возьми сковородку и долбани по этой сраной камере. Неужели, блин, сложно догадаться? Я его слышал, я ухожу. Эта собака меня нашла, блин. Гори в аду, там тебе самое место, посмотри на свою рожу, блин. Козел. Что ты здесь ходишь, ведь со мной, блин, заколебал, мне бесит. И уже не страшно, мне бесит просто уже. Не страшно, я обманываю вас, извините. Вот достань ее отсюда, почему ты не можешь ее достать? Она же нахрен уже не нужна. А, хотя если подожди. Почему ты не можешь достать эту хрень?
же без нее умрешь, дебил. Инвалид. Спустимся чуть пониже. Воробушки. Спустился, блядь, спустился нахер, бля, пониже. Сука, сука, я мангуз, бля, я, сука, флеш, нахуй, бля, валю нахрен отсюда, блин. Потому что нигде ни хрена ничего нет. Испугались? Обосрался. Дайте что-нибудь полезное. Дайте мне огнемет. Звук на камеру похож. Беги! Я понял, какой монстр будет, я понял. Че? Тихо! Нет, здесь никого нет. Здесь никого нет. Никого нету. Не-не-не-не-не-не-не-не. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Никого здесь нет. Вали, вали, да. Твою мать! Емало меня. Реакция, сука. Я рядом с ним стоял. Я умираю, кажется, морально. Короче. Короче, я хочу включить радио. Давайте сядем в шкафчик нахуй. И включим радио. Включил радио, блин. Господи, спаси, сохрани, спаси, сохрани, он здесь. Господи. Господи. Спаси, сохрани. Иди отсюда, блин. Здесь никого нет. Ушел? Теперь могу включить радио. Как ты слышишь радио? Я понял. Я понял. Я больше не буду. Больше не буду. Не больше не буду. Не буду. Не буду. Больше не буду. Только уйди, пожалуйста. Не буду больше. Честное слово, не буду. Клянусь своей элегантной рукой. Ногой. Ну, блин, какая нога.
надо уйти. Сперматозоид перерос такую идею. Нету. Не. Твою мать, он там был. Как? Почему ты не ушел? Капец, я с этой игры реакцию себе вырабатываю, получается. Всем щедрого привета! Это видео я снимал и монтировал очень долго и больно, так как я боюсь хорроры и вообще сыкло. Но я захотел немного разнообразия и в честь праздника Хэллоуина решил заснять хоррор-игру Монстру. Но на этом, в принципе, у меня все. Не буду долго разглагольствовать, как всегда. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Кому нужны строительные материалы, то обращайтесь ко мне. Что помогу там, да. С вами был Смартин и классная, ну до жути страшная игра Монструм. Всех с Хэллоуином и всем пока-пока.